Да. Извините, я так долго не выпускала видео. Просто у меня были некоторые дела. Ну, точнее, их у меня не было. А, нет. Ну, короче, расскажу некоторые факты обо мне. Давайте начинать. Первый факт. Я переехала в новый дом. Ну, то есть я не переехала, я купила себе новый дом. Вы можете заметить, что у меня очень мало кристаллов и всего так далее. У меня всего очень мало. И я потратила все свои кристаллы на новый дом. Ой, зачем я это сделала? Алло, Сараби, точнее Вика, давай, алло. Почему, за что, ну зачем ты это сделала? Это первый факт. Сейчас вам покажу свой дом. Вот, я купила себе такую пещерку, чтобы всякое такое там... Кстати, не смотрите назад, смотрите только на меня, потому что сзади еще один факт, еще одна радость, по крайней мере, для меня. Ну, потом расскажу в течение ролика. Здесь такой шкаф, две кровати, правда, у меня семья есть. Теперь, ну, потом расскажу. Вот такое вот зеркало. Такой телевизор. Так вот, комод, шкаф и всякое такое. Так вот, столько вот у меня стульев. И, в принципе, больше ничего нету. Везде теперь можно побегать для моей семьи. Так что можно побегать, потому что у меня... Ну, озорные появились. Да. Ну, вот так как-то. Это мой первый факт. Второй факт заключается в том, что в моей семье произошло пополнение. Нет, ну в игре, не переживайте, в игре. Не в реальности. Сейчас вам покажу. Это миленькое, маленькое, няшненькое пополнение в моей семье. Сейчас. Вот, да, вот сейчас. И вот это маленькое чудо. Теперь в некоторых видео, может быть, она и будет с вами знакомиться, ну, здороваться. Ее зовут Анами. О, Анами. Да, всем привет. Меня зовут Анами. Точнее, Анами. Я бы хотела попросить вас о кое-чем. Подписаться на этот канал, поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий. Моя мама, думаю, на него ответит. По крайней мере, я так думаю. Точно, я не знаю. Так, прошу вас, пожалуйста. И все, чего я вас прошу. И, пожалуйста, оцените меня в комментариях. Какая я для вас красивая, милая. Впрочем, оцените меня от 1 до 10. Я буду ждать. Всем пока. Еще, может быть, увидимся в этом видео. Ну да, вот и мой аншлаг. Это мое пополнение в семье. Вы же знаете, что такое аншлаг? Ой, не затыкнула. Ну, да, пополнение в семье. Ну или где-нибудь пополнение. Ну, впрочем, еще у меня новый питомец. Да, Пэт. И вы уже видели. Вы видели? Нет.
Не помню, вы видели его или нет? По-моему, видели, когда я снимала видео. Играю в Wildcraft, побеждаю двух боссов от первого лица. И там очень мало просмотров. Пожалуйста, посмотрите это видео, да, на моем канале. Извините, ссылочку не могу дать, потому что я не могу. Я не знаю, как это делается. Поэтому именно вот тут вот в том углу не будет никакого... Ну, вы можете посмотреть на мой канал, там будет это видео. А если там будет мало просмотров, то я, скорее всего, удалю его. Ну, пожалуйста, посмотрите его, напишите комментарий. Я на некоторые, точнее, я на многие комментарии это лайкаю там, ставлю сердечки и отвечаю. Да-да-да-да-да. Так вы можете убедиться, что я реально и не робот. Ну вот, как-то так. Следующий факт. Почему... А, точнее... Так, Хитим, ты мне это тут не надо. Хорошо, я, если что, это по реали, потому что у меня... По реали. Сейчас. Рядом со мной кошка. Хорошо, Кити. Короче, следующее. Я уже второй раз за... Точнее, уже сотый раз болею за этот год. А весь декабрь я, можно сказать, проведу дома, потому что я уже 2 недели не хожу в школу, потому что я болею. Ну, точнее, я не болею, я уже восстанавливаюсь, вот. Это третий факт. Ну, вот так. И... Сейчас я расскажу, почему я так редко ролики всякие там выкладываю. Есть какие-то звуки, это я не одна дома, если что. Ну вот, я выпускаю ролики редко, потому что иногда нету времени или нет настроения там. Или еще чего-нибудь у меня там случилось, всякое такое, может быть, случится тудым-сюдым. Мега, сядь. Точнее, не сядь, а ляг. Пристроюсь поближе. Так, не обращайте внимания на задние звуки, которые там за кадром. Если вы их вообще слышите. Ну вот, и иногда у меня недавно была температура 37,3, я у врача была там, ну, всякое такое, тудым-сюдым. Из-за этого я так редко выпускаю ролики. Надеюсь, вы не обижаетесь и не расстраивайтесь. Я, конечно же, попытаюсь почаще их выпускать. Просто у меня домашка, скоро мне в школу нужно будет в понедельник. А сейчас среда, да? Сейчас среда? У вас сейчас среда? Ладно, неважно. Ну, вот эти пару фактов обо мне. Так что, всем пока! Ау! Эй! А, все. Пока!